Я не знаю, будет ли перевод или так все понятно, да? Хорошо. Спасибо. Фонд более, так сказать, 10 лет участвует вместе с Варшавской метрополией в этой замечательной, важнейшей программе «Недели православной книги», которую начинал преснопамятный митрополит Варшавский Кирилл, большой друг нашего фонда, и мы очень рады и счастливы, что эта программа продолжает на столь же высоком уровне его высокопреосвященство. Нынешний правящий митрополит Иоанн, глава Варшавской и Великопреславской замечательной митрополии. Исторически очень важные не только для Вологодской церкви, но и для всей православной полноты. Мы на этот раз присутствуем здесь довольно большой делегацией. Вместе со мной находится заместитель исполнительного директора и генеральный директор издательского дома госпожа Каминская. Здесь же присутствует госпожа Елизавета Миленова, очень известный в Болгарии человек. В прошлом и депутат неоднократных созывов парламента страны и руководитель нашего болгарского отделения. Здесь присутствует госпожа Наталья Коцев, очень известный в Сербии человек в целом на Балканах. Она руководит сербского отделения нашего фонда. Мы не смогли привести всех наших сотрудников с разных стран, но тем не менее,